Всем привет, ребята! С вами Ориона и игра под названием Chicken. И я уже записывала ее раньше, но тогда это была еще совсем ранняя альфа-версия. И если честно, то я хотела дождаться сначала релиза этой игры и только после этого записывать. Но как-то вечером я зашла в игру, хотела просто посмотреть, что нового ввели и добавили. И увидела, что эта игра очень сильно изменилась с тех времен. И после этого у меня появилось большое желание записать еще один сезон перед релизом. Я читала комментарии в Стиме к этой игре, где некоторые люди жаловались на то, что эта игра поначалу кажется интересной и затягивает, но потом она очень быстро надоедает, и в ней становится нечем заняться. Игра просто становится скучной. И когда я первый раз играла в нее, еще до всех этих изменений, то действительно так и было. Игру можно было бы очень быстро пройти, наверное, по-хорошему часа за 2-3. Собрать все улучшения и крутые части животных, и дальше просто не к чему было стремиться. Но эта игра, она обладает какой-то своей привлекательностью. Она действительно затягивает. И поиграв совсем немного, хочется продолжить. Поэтому я и хочу записать небольшой сезон перед релизом. А релиз, он вроде бы как должен быть уже совсем скоро. Я только надеюсь, что не получится так, что я сейчас начну записывать, и через несколько дней игра релизнется, и придется начинать все заново. Но даже если и придется начать все сначала, я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Что мне нравится в этой игре, это то, что тут можно создавать себе существ из различных частей животных, которые нужно добывать в мире. И об этих животных нужно заботиться, кормить их, на них можно ездить, они будут помогать добывать ресурсы, сражаться с дикими существами и добывать новые части, из которых можно слепить новых существ. Ладно, ребята, давайте мы лучше поиграем, и я вам все покажу вместо того, чтобы рассказывать. Итак, как же мы появились на этом острове? Вон там впереди, на берегу океана, лежит разбитая лодка. И я так поняла, что мы потерпели кораблекрушение и таким образом оказались на этом острове. А здесь стоит огромный храм. Я не знаю, нас сюда случайно выкинуло или, может быть, мы целенаправленно сюда плыли. Но когда мы подходим вот к этим большим каменным воротам, они перед нами сразу же открываются. А внутри храма нас ждет кое-что интересное. Здесь мы сможем создать свое самое первое животное, которое станет нам верным другом при помощи вот этого куба. Итак, нажимаем левую кнопку мыши и вызываем редактор. И самое первое животное, которое мы можем создать, это цыпленок, это курочка. Устанавливаем сначала тело. И здесь у нас что-то вроде обучалки. Нам даже подсвечивается, что куда устанавливается. То есть здесь мы свободно строить пока что не можем. Устанавливаем глаз. Теперь второй глаз. Дальше клюв. Игра нам предлагает повернуть камеру, чтобы мы могли установить ноги цыпленка. И еще заметьте, ребята, что у каждой части есть свои параметры. Например, когда мы устанавливаем ногу, то она нам даст 3,7 хп, к скорости 8,7, дамаг плюс 0,9. Это все можно увидеть в верхнем правом углу. Видите, зеленые цифры – это надбавка за каждую часть. Итак, установили ногу, повернули камеру, поставили вторую ногу. И цыпленок у нас готов. Финиш. Нужно дать ему имя. И назову я его Чип. Теперь у нас есть свое самое первое животное. Цыпленок по имени Чип. О котором надо заботиться, которого надо кормить. И который в свою очередь нам будет очень полезен. Он будет нам помогать. Ну что ж, давайте теперь выйдем из этого храма в большой мир.
И, кстати, по поводу мира. Я читала, что после последних обновлений мир стал гораздо больше. У нас есть своя стартовая локация, и мы сейчас сюда выйдем, но за пределами этой стартовой локации мир теперь случайно генерируется. То есть теперь, как обещают разработчики, даже если мы будем начинать новую игру, то мир в ней будет выглядеть каждый раз по-разному. И если я правильно поняла, то в мире теперь будет очень много храмов и апгрейдов для вот этого нашего куба создания животных. Для тех, кто не знает, в храмах можно найти улучшения для животных. Сейчас при создании животного у нас есть лимит определенный. А когда мы находим в храме апгрейд, этот лимит увеличивается. То есть каждый раз, собирая вот эти апгрейды, мы можем создавать более сильное животное. И еще я заметила, что теперь мы можем исследовать практически все в этом мире и собирать об этом информацию. Например, наводимся на дерево, хоп, и мы это дерево изучили. Чтобы узнать о нем больше, заходим в инвентарь, заходим в информацию. Так, находим это дерево. И если мы это дерево срубим, то мы можем получить вот эти ресурсы. И вот таким образом нужно теперь исследовать все в этом мире. И вообще, интерфейс и инвентарь в игре я заметила, что очень сильно переработали. Теперь можно получить информацию обо всем, что есть в этом мире. Вот здесь можно посмотреть, какие существа водятся в мире, какие ресурсы есть, броня, оружие, постройки, вообще все-все-все. Здесь же можно увидеть всю информацию о своем животном. И, кстати, у нас будет не одно животное. Вот видите, вот здесь есть еще 3 слота, они пока что закрыты. Но в будущем их можно будет разблокировать. И, я так понимаю, мы сможем создать еще 3 животных. Попутешествуем по миру, исследуем все, что можно исследовать, пособираем ресурсы. И еще можно повыполнять квесты. Я не помню, чтобы раньше были квесты, но теперь они есть. И один из квестов нам говорит о том, чтобы мы зашли в инвентарь и выложили наш куб в инвентарь. Все, квест выполнен. А еще нам нужно собрать 10 каких-то травяных веревок. Переводится это как лоза, виноградная лоза. И этот ресурс, он падает с кустов. Мы сейчас куст изучим и будем добывать. Цыпленок мне помогает. Чип. У него, конечно, сейчас дамаг очень маленький, он по чуть-чуть этот куст грызет, совсем понемножечку, поэтому ему лучше помогать. А вот и те самые лозы нападали. Нам таких надо выбить 10 штучек. Мне тут еще семена нападали, палочки. Все, готово. Теперь, чтобы его скрафтить, заходим в инвентарь. Крафт. Готово. Это вроде бы седло, ребята. Точнее, у нас потом будет другое седло, а это, ну, в принципе, тоже можно использовать как седло. Так, Чип, я тебе одену это седло на спину. Вот. И теперь можно на нем прокатиться. Зажимаем кнопочку Е, оседлать. Отлично, отлично, ребята. Я теперь могу кататься верхом. Скорость, конечно, повыше, чем пешочком бегать. Так, нажмите кнопочку R. А, здесь мы можем переключаться. Можем переключаться между животным, управлением животным и управлением нашим персонажем. Например, смотрите, сейчас я управляю персонажем. Я могу погонять животное свое, своего Чипа. Слушайте, как прикольно. Стоп, 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 назад. Ну, так животным не очень удобно управлять. Поэтому, нажав на R, можно переключиться на Чипа и бегать за Чипа. А вообще, зачем нужно такое переключение? Если я переключаюсь на своего персонажа, я могу прямо с цыпленка атаковать, бить, стрелять. В некоторых случаях это удобно. Но управлять им не особо удобно. Там надо его погонять. А вот так вот от цыпленка, да, мы можем свободно бегать и атаковать. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Смотрите-ка, там есть яйцо. И это яйцо наверняка охраняют вот эти существа.
Ну, они не опасны, выглядят не опасно, так что я думаю, что я смогу их легко убить. Надо их только исследовать, получить о них информацию. Они первого уровня, мой чип второго уровня. Давайте-ка мы сейчас сгрызем цыпленочком. Они атакуют вдвоем. Одного я уже загрызла. Так, второго сейчас тоже загрызу. Убегает, убегает от меня, убегает. Смогу его догнать, не смогу. Он такой быстрый. Ладно, пусть бежит, он еще вернется. Получается, эти животные, они снесли здесь яйцо. Можно разбить это яйцо. Ой, как долго. Пожалуй, я чипу помогу. Так, чтобы с него слезть, надо Е зажать. А, этот вернулся. Сейчас мы добьем. Добьем его, поможем чипу, отлично. И нам упали новые части животных. Можно их собрать, эти части. И потом добавить к своему цыпленку. Да, самое главное, надо разбить яйцо. Хотя, если такие стрёмные родители, то и части здесь тоже будут стрёмные. Чип, помогай. А то я одна буду очень долго разбивать это яйцо. Скорее всего, ничего ценного здесь не упадет. Да, те же самые части. Глаз упал. Нога цыпленка, свиные части. Так, теперь... Давайте-ка мы немножечко чипа апгрейдим. Нужно подойти к нему, зажать кнопочку Е и выбрать редактировать. А, ой, вот только левую кнопку мышки нажимать не надо было. Чип нечаянно получил по голове палкой. Бедолага. Итак, у меня есть свиной ротик. Давайте-ка посмотрим, лучше ли он куриного ротика. Если мы его приделаем, нам это даст немножко хп, немножечко к дамагу, но минус к скорости. А давайте сделаем, почему бы и нет. Интересно попробовать. Так, этот мы убираем. Я еще не совсем привыкла к новому редактору, раньше все было по-другому. Но он огромный, этот рот, просто огромный. Он сейчас перекроет все глаза. Можно добавить... Можно добавить какую-нибудь часть еще к туловищу, например, так. И сюда ротик. Получилось какое-то просто чудовище. Так, лимит еще есть, можно еще что-нибудь добавить. А добавлять-то больше и нечего, разве что этот кусочек. Нам, короче, ребята, не хватает кусков тела, нам не хватает туловища. У нас есть ноги, у нас есть глаза, ротик. Но нет туловища, из-за этого не к чему лепить просто. Ладно, пусть пока будет так. Потом, как только мы выбьем тело, тогда мы его еще переделаем. Чип. Что-то у тебя не так с мордой. Ну-ка, я его попробую покормить чем-нибудь. Пока что ничего нет, сейчас мы что-нибудь насобираем. Я вон там видела пшеничку, видела ягоды, все это можно пособирать. Это пшеница, это нам пригодится, из нее печется хлеб, пекутся различные пироги, много вкусностей. Это камень, собираем, тоже пригодится. А вот и ягоды, черника. Так, черничка есть. Ну-ка, чип, давай-ка я тебя покормлю. Кнопочка 2. Я уже не помню, как его кормить, по-моему, надо Е нажать, на. Вот, скушал, молодец. Ну, ягодки чуть-чуть сытости дают. И его еще очень сильно покусали, у него пол хп нет. Но он потихонечку восстанавливается. Хп у него регенится. Главное, чтобы он был сытый. Так, собираем ягодки, ягодки. Еще я видела, где-то здесь малина росла. А вот еще существа. Еще один цыпленок. Мы его сейчас изучим. Эти существа не агрессивные, они не нападают. И цыпленок третьего уровня, можно будет его забить. И я бы могла чипу помочь. Мне нужно скрафтить копье. У меня как раз по квесту сейчас скрафтить копье. Так, чип, что с тобой такое? Ты чего? Закрутился на месте. Чтобы скрафтить копье, нужно добыть дерево. Мы сейчас вот это вот дерево срубим. Помогай. Осторожно, чтобы цыпленка не задеть, а то нападет на меня. А, такой забавный, такой прикольненький, одноглазый бегает. Давай, чип, грызи это дерево, немножко осталось. Мы этих существ тоже убьем, получим с них части. Надеюсь, что туловище упадет. Так, веточки, а где же дерево? Куда дерево делось?
Я из-за этих курей здесь ничего не вижу. Куда-то же дерево упало. Не может же быть такого, чтобы с целого дерева... Ага, вот оно где. Упала одна веточка. 11 деревяшек упало. Я делаю копье, крафт. На кнопочку 1. Так, все лишнее надо убрать, убрать, убрать. Чтоб не мешалось. А еще можно сделать дудочку. И при помощи этой дудочки можно давать команды своему животному. Сейчас мы так и сделаем. Так, дудочку на кнопочку 3. Ёлки-палки, я что-то не то нажала нечаянно. Итак, чтобы отдавать команды животному, мы берем дудочку в руки. И теперь, например, я хочу атаковать вот эту вот курочку. Атака. Берем копье, помогаем Чипу. Чип в атаку. А я с этой стороны сейчас копьем потыкаю. Вот мы и забили курочку очень быстро. Что нам упало? Упал хвостик, упала ножка куриная. Куриный глазик и туловище одно упало. Вот этих тоже забьем. Чип, давай, атакуй. А я сама справилась с этим копьем. С двух тычков умирают животные. Бежит на меня, кусается. Чип его сейчас загрызет. Свиным ротиком. А это растет дыня. Дыню тоже можно собирать. Можно кушать сырой, а можно приготовить. Так, что здесь еще нападало? Различные части. Все соберем. И смотрите-ка, ребята, какой-то рецепт упал. Мы теперь еще, убивая животных... Или если будем рубить деревья, добывать ресурсы, нам иногда падают рецепты. А вот здесь какие-то курочки прыгают с одной ногой. Чип, ты как? Ты в порядке? ХП нормально, не особо голодный. Вот только, ребята, у него с настроением совсем плохо. А раньше, когда я играла, мы настроение животным как повышали? Мы их просто гладили вот так вот, ласкали, чесали, и у них настроение повышалось. А теперь же я без понятия, как повышать им настроение. У него все время настроение падает, и вот лаской оно не повышается. Можно, конечно, скрафтить мячик. У нас здесь есть игрушки для животных, вот он мячик. Но чтобы его скрафтить, мне надо... ресурсы добыть, которых у меня пока что нет. И, кстати, вот самое важное, я не сразу это поняла, но, видите, вот этот вот ресурс, я не знала, как его добыть. Оказывается, мы потом будем крафтить специальный топорик, и при помощи этого топорика можно разбирать вот эти вот все части. Раньше такого тоже не было, но сейчас это очень прикольно сделали, мне это нравится. Если у нас остаются какие-то лишние части, ненужные, да, то их лучше не выкидывать. Мы их потом будем разбирать на различные ресурсы. Но это в будущем. Кстати, уже темнеет. Давайте-ка мы еще поохотимся. Забьем вот эту вот курочку. И немножко переделаем Чипа. Так, атакуй в атаку. Чип сразу понесся на нее. Так, а я помогу. Петушок. Ого, это мощный петушок. Ой-ой-ой-ой-ой, он меня оглушил. Оглушил, Чип, спасай. У животных, у них еще появились суператаки. Какие-то специальные атаки. Вот курочки, они могут оглушать. Молодец, Чип, справился. Тело упало, хвостик упал. Мясо упало сырое, но... А, кстати, Чип, у него же свиной ротик. По идее, свиньи, они... всеядные, они едят и мясо, и ягоды. Потому что если, например, мы приделаем какой-нибудь рот кота или рот собаки, рот какого-нибудь хищника, то он не будет есть ягодки, он будет есть только мясо. Так, Чип, давай-ка мы тебя переделаем, потому что у меня появились новые части. Еще и ночь наступила. Этот рот мы пока что убираем, это мы тоже убираем. Сделаем тебя более красивого. Все же с туловищем, ребята, у меня остается та же самая проблема. Упало два туловища, но это упало маленькое туловище и среднее туловище. А мне нужно большое туловище. Ну, давайте поставим среднее туловище. И маленькое. Или нет, лучше знаете, как сделаем? Так, это мы сейчас уберем. Уберем.
мы сделаем что-то вроде шеи. Это у нас будет такая шея, а это у нас будет такая голова. Вот, как-то так. Теперь сюда мы прилепим глазки. Сделаем все-таки ротик цыпленка. Просто свиной ротик, он очень большой, и если я его сюда поставлю, то он вообще тут все перекроет. И Чипу можно поставить хвостик еще. Вот. Жалко, что крылья не упали. Так бы можно было бы ему еще сделать крылья, и был бы такой полноценный цыпленок, полноценный петушок. Вообще у меня есть еще один хвостик, но его сюда никуда и не поставить. Но если поставить, это будет некрасиво. Нужно добывать новые части. О, смотрите-ка, там какие-то твари. И выглядят они опасно. Какие-то пауки. И, возможно, мы с ними не справимся, но попытаться можно. Так, здесь камушек. Вон там какие-то части еще валяются. Это, видимо, я не подобрала. Да, свиной рот. Глазки. Давайте попробуем напасть. Ну вот только то, что их двое. Был бы еще один, ладно, но двое. Ладно, была не была. По-любому они агрессивные. Чип, в атаку, я помогу. Ой-ой-ой, они уже побежали на меня. Так быстро. Тыкаем. Ой, как опасно. Они пятого уровня. А, Чипа забили, Чипа убили. Все, я убегаю, ребята. Они меня забьют. Если они Чипа забили, меня вообще легко порвут. Мы сейчас Чипа воскресим, это не проблема. Если животное погибает, то не переживайте. Его всегда можно воскресить, но для этого нужно подойти к храму. Вот видите впереди голубое свечение? Вот в том месте можно воскресить своих животных. И, кстати, надо покушать. У меня сытости почти нет. Сытость и моя выносливость почти на нуле. Ну, там осталось где-то процентов 20-30. Вот, подходим сюда, нажимаем кнопочку Е. И волшебный кубик его воскрешает, нашего Чипа. Бедолага. Он сражался до конца. Ну, понятно, пауки, они очень мощные, с ними, конечно, не справятся. И они еще агрессивные. Итак, давайте-ка мы покушаем. Надо покушать, и Чипа надо покормить. Надо восстановить ему ХП, он у меня голодный. Так, Чип, что мне тебе дать? У меня кроме ягодок-то ничего больше нет. Мы сейчас походим по миру, пособираем что-нибудь съестного. На, кушай. Еще кушай. А я пока что голодная. Так, это у нас кабачок, да? Да, это у нас кабачок. Кабачок можно приготовить, можно скушать сырым. Но лучше готовить, потому что когда мы готовим, то сытости нам блюдо дает в два раза больше. Вот кабачок приготовим, да, так он нам даст сколько восстановит? 15 сытости. А если приготовим, то будет 30 вроде бы, если ничего не изменили. А это ананасики, вкусные сочные ананасики. Так, Чип, хочешь, я тебя угощу кабачком? Кушай. Молодец, ты тоже очень голодный. Пшеничка, пшеничка. А вот и малина. Мы ее исследуем сейчас. Соберем ягодки, тоже пригодятся. И здесь появились новые существа. Какие-то непонятные. Я тоже не знаю, агрессивные, не агрессивные. У них клешни краба. У них рот собак. Глаза краба и тело собак. Ой, они агрессивные. Ой, валим, 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 бежим. Да что ж такое, все агрессивные. У меня еще выносливости нет. Чипа сейчас убьют. Чипа снова убили. Капец, как опасно. Что ж такие мощные животные? Ужас. Чипа просто разорвали мгновенно. Ладно, давайте-ка мы сейчас поставим здесь костер. Сначала воскресим нашу животинку. Поставим костер. Приготовим еды. Отхилимся, отъедимся. И пойдем искать кого-нибудь послабее, кого мы сможем убить. Потому что Чип у меня не способен справиться с теми тварями. Они такие мощные. На костер. На костер у меня все есть. Нам нужно 4 камушка. Крафт. Теперь на пояс.
Базу временно я сделаю пока что здесь, около вот этой вот воскрешалки. Просто очень удобно. В случае чего, вот если чип погибает, его можно здесь воскресить. Так что базу я буду строить, конечно же, здесь. Итак, я могу приготовить. Ананасик могу приготовить. Ой, у меня уже в желудке урчит очень громко. Так, готовим ананасик. Медленно готовится. Надо бы сделать 2 костра или 3 костра. Пойдем чип пока деревья рубить. Нам нужно дерево, нам нужны камни. Давай, я тебе помогу. Все, больше не могу. Умираю просто от голода. И, кстати, чип тоже очень сильно голодает, когда работает. Когда животные работают, у них прям сытость мгновенно уходит. Так. Пожарим еще дыньку. Точнее, приготовим дыньку. У меня есть 4 кусочка ананасика. На, чип, кушай. Отлично, он сразу же сытый стал. Мгновенно. Так, мне самой надо покушать. Да, еда неплохо восстанавливает. Выносливость и сытость. Приготовленная еда. Ну вот, мы сытно покушали, теперь можно отправляться на охоту. Седлаем чипа и погнали поищем кого-нибудь слабенького, кого мы сможем убить. Мне нужны куриные тела. А вообще вот те собаки, точнее те существа с собачьими мордами, вот забить бы такого, собачья морда, у нее, насколько я помню, очень большой дамаг. Мы бы смогли грызть тут большинство существ просто. Забьем-ка мы вот этого цыпленка 3 уровня. Ой-ой-ой, кто-то меня сзади кусает. А, они друг за друга заступаются. Я тебя сейчас в задницу натыкаю. А, копье сломалось. Ай-яй-яй, копье сломалось. Чип, давай, добивай, молодец. Так, что здесь упало? Крылышко, по-моему, упало. Ножка. Туловище, как назло, не падают. Точнее, падают, но маленькие. А мне нужно большое туловище. Глаз упал, мясо упало. Ананасы тоже собираем, будем кушать. Да, ты молодец, Чип. Ты просто умничка, хорошо мне помогаешь. Копье, надо скрафтить себе новое копье. Крафт очень быстро ломается. Вообще у меня в инвентаре почти не осталось места. Надо будет скрафтить верстак. Вот здесь у нас есть 3 верстака, потом на базу вернусь. Пособираю еще ресурсы. Ресурсов мне хватит только на 1 верстак. Просто чтобы его скрафтить, нам надо 10 дерева и 6 лоз. У меня как раз вот 6 лоз на 1 верстак. В общем, сделаем себе сундук и выложим туда все ресурсы. Потому что скоро места уже не будет и из меня просто все будет вываливаться. Вон там впереди есть еще какие-то существа. Что-то новенькое. Я не знаю, справлюсь я с ними, не справлюсь. Агрессивные они, не агрессивные, но выглядят не очень опасно. А, это у них кошачьи хвосты, по-моему. Смотрите, как кошачьи хвосты, куриные лапки, глаза непонятно чьи. И рот кошек у них. Это кошачьи какие-то монстры, только с куриной лапкой. По идее, это почти кошаки. Так, надо чипу помочь. Помочь, помочь. Ротик хочу, хочу кошечку сделать. Убегает, убегает. Оп, есть. Кошачий ротик выпал, ребята. Все, можно будет сделать себе кошечку. Ну, наполовину кошечку. По крайней мере, кошачий ротик сделать. Молодец, Чип. Добил 2-го. Глазик упал, ухо упало кошачье. 3 хвоста у меня есть кошачьих. Так, выплываем. А то можно захлебнуться. Интересные, конечно, существа попались. Все, ребята, место у меня совсем закончилось. Так что я, пожалуй, вернусь домой, пособираю ресурсы, скрафчу верстаки, сделаю себе сундук и выложу все в сундук. Потому что дальше путешествовать, что-то собирать, ну, это невозможно будет. Что-нибудь ценное упадет. И мы не сможем это подобрать. Ну, точнее, сможем, но надо будет что-то выкинуть. А, и еще, ребята, очень важно, что я вам не показала. Ресурсы можно собирать прямо с животного. Вот так подходим к ресурсу, к пшеничке или к ананасу. И все собираем.
камни, части животных, все можно подбирать прямо с животных. Это вот очень удобно. Когда я впервые зашла в эту игру, то поначалу эта игра произвела на меня не очень приятное впечатление. Я помню, как я вышла из этого храма и увидела, мягко говоря, очень странных существ. У некоторых были ноги слона, куриное тело, голова собаки, еще павлиный хвост на голове. У других были ноги жирафа, тело слона и голова свиньи с куриными крыльями. Ну вот как-то так животные выглядели. И когда я впервые это увидела, мне внутри стало как-то неприятно. И я не понимала, что тут вообще происходит. Какая-то вакханалия, какое-то уродство и безобразие. И это поначалу отталкивало. Но потом, когда я поняла принцип этой игры и привыкла к этим монстрикам, то я на игру посмотрела в другом свете, и она меня затянула. И в то время все еще было очень кривое и пластилиновое, и багов было много. И сейчас, конечно, и хватает этих багов, и оптимизация не очень хорошая. Но тем не менее, что-то есть в этой игре, что меня туда затягивает. В общем, набрала я ресурсов и установила все три верстака, которые мне были доступны. И в первом верстаке можно создать куриную броню, но чтобы ее сделать, нам понадобятся куриные части и специальный материал. А еще здесь можно сделать улучшенное седло, но мне опять же не хватает на него ресурсов. Во втором верстаке можно сделать различные строения, скрафтить, и все, чтобы себе установить дом, построить дом. Еще здесь можно сделать печку для выпекания еды. И в этой печке еще можно плавить железо в слитки. И что-то еще, я уже все не помню. Гнездо можно сделать и алхимический стол. А в последнем верстаке у нас делаются инструменты и оружие. Вот, кстати, тот самый топорик, при помощи которого можно разбирать части животных и получать специальный материал. Вот его мы сейчас и скрафтим. Мне не хватает лозы. Лозу я выложила. Сейчас я заберу. Я уже скрафтила сундук, потому что у меня места было очень мало и места мне не хватало. И да, как вы видите, я переделала Чипа, я поставила ему кошачий ротик и поставила, по-моему, это глаза коровы, коровьи глаза вроде бы. В общем, он у меня теперь мяукает и кушает только мясо. Так, крафтим топорик, создаем. Все ресурсы у меня для этого есть, 2 камня, 5 лозы и 3 деревяшки крафт. Но смотрите-ка, станок у нас не работает, видите, он у нас ничего не крафтит, просто... Чтобы он у нас работал, нужна энергия. И здесь нам поможет наше животное. Мы заставим животное работать на этом станке. Он будет бегать по этой дорожке и вырабатывать энергию. Зажимаем кнопочку Е. Все, чип побежал работать. Вот он работает, а топорик у нас крафтится. И еще, ребята, напомню, что когда у нас животные работают или добывают ресурсы, то у них очень быстро кончается сытость, их надо очень часто кормить. Все, топорик у меня скрафтился, я его выкладываю на пояс. Чип, ты свободен, ты молодец. Я тебя освобождаю. Если его не освободить, то он так и будет стоять на этом станке и голодать. И надо бы его покормить. Из-за того, что у него ротик кошечки... Он будет кушать только мяско, а мясного у меня ничего нет. Нет, я, конечно, могу попробовать предложить ему что-нибудь из овощей. Ну-ка на. Нет, ему это не нравится. Он отрыгнул и даже отравился. Ого. Вот то, что животные травятся, я об этом, ребята, не знала. Для меня это просто ценный опыт. Он отравился, и теперь бедняга страдает. Так, я ему сейчас мясо пожарю. У меня где-то было мясо. Я немножко добыла. 4 кусочка, чтобы нам пожарить мяско. У нас все есть, да? Так, жарим мясо. Сейчас я тебя покормлю, потерпи немножечко. И теперь я вам хотела показать, как добывается у нас материал из частей животных.
Вот, например, если выделить глаз, да, мы можем увидеть, что мы из него получим, если разберем его. Глаз выкинуть, из него получится мясо, коровий рот. Мы из него получим мясо и кожу. Из куриных лапок мы получим материал и мясо тоже. Куриные лапки я выкину, это я тоже выкину. Кошачий хвостик выкину, мы потом себе добудем. Кошачье ушко. Хотела еще поставить чипу уши, но из-за того, что ухо всего лишь одно, то я решила пока что не устанавливать. Собачий глаз выкинуть, мы потом себе добудем. Берем топорик и вот так вот все это разбираем. Ой-ой-ой, чип нельзя, он уже кушает мясо сырое. Сам кинулся на мясо, очень сильно оголодал. Подожди, я ж тебе хотела пожарить. Подожди, не кушай. Так, вот оно, мясо нападало. А чип уже накушался сырого мяса. Материал, мясо, кожа, все это собираем. Так, глазик разобрать тоже. По-моему, сырое мясо, оно не дает столько сытости, сколько жареное. Сейчас мы проверим. Сырое мясо, сытость 15. Жареное мясо, сытость 150. Но, чтобы пожарить, надо использовать 3 куска. 3 кусочка сырого мяса. Вот, один кусок у меня приготовлен. Это все для чипа. Хвостик еще разобрать. Мясо, кожа, все это нам пригодится. Еще здесь можно заниматься огородничеством, сажать семена, выращивать различные культуры. Но после последних обновлений я пока что с этим не разобралась. Еще в старой версии я помню, что я могла сразу же скрафтить себе тяпку и при помощи этой тяпки делать грядки. Сейчас же, как это делается, мне пока что непонятно, но в будущем, я думаю, с этим разберусь. Ну и конечно же, я вам показала далеко не все возможности этой игры, но опять же, за одну серию это просто невозможно сделать. Так что, ребята, если вам игра понравилась и если вы хотите увидеть продолжение, то пишите в комментариях, а если же нет, то может быть после релиза она будет интереснее и после релиза я буду ее снова записывать. А на этом все, всем вам хорошего настроения и до новых встреч, пока-пока!